огород, который мы отменили. Теперь у нас огород в бутылках. Славочка привязывает веревочки. Потом он их будет вешать на заборчик. И будем выращивать огурцы. В прошлом году у нас был плачевный опыт с огурцами. У нас залило в огороде, полно было воды. Высадили очень много огурцов и за целый сезон собрали 8 штук. А помидоров, сколько мы сажали помидоров? 200 кустов. 200... Собрали 6 штук помидоров. Вот. Ну, в общем, короче говоря, поэтому мы сказали, у нас огорода больше не будет, будут только цветы. Ну, а вот такой мини-огородик, это у нас тоже эксперимент. Посмотрим, что получится. Будем вешать, я вам все покажу. Вот так вот у нас они будут висеть, эти огурчики. Но это еще не все, еще Славик не все повесил. Не знаю, что из этого получится. Ну, Славик решил сделать эксперимент. Ну вот, вот мы развесили бутылочки. Значит, в большой вот бутылочке у нас 5-6 семян. Если останется 2-3, веточки пойдут сюда вниз, вниз, и собираем огурчики. Потом подвешиваем эту огудину веревочкой наверх, и они продолжают расти. То же самое мы делали, сделали здесь, на маленьких бутылочках. Попробуем поливать. Вот, в каждой бутылочке по одной, по два зерна. Дальше, сейчас я вас подведу, у нас вон вдалеке стоит бочка. Вот что выращивают в этой бочке. Извиняюсь за неправильное видео. Значит, вот бочечка. Сейчас я вам все расскажу. 200-литровая бочка. Желательно взять так, где внутри не масло было, а что-то другое. Вот прикреплены две дуги, заполнена на, ну, будем говорить так, на 3/4 бочка, это перегной, остается 20 сантиметров заполнить землей. Корневая система у огурца очень маленькая. Сюда высаживается около 25 семян. Вот, когда они взойдут, подвязываются веревочки наверх, на эти дуги. Вот, перебрасывается огудина через эти дуги. И вы снимаете огурчики. Моя сестра в прошлом и позапрошлом году с каждой бочки закрыла около 100 банок огурцов 3-литровых. Поэтому, пожалуйста, вот бочечка. Главное, чтобы внутри не с подмасла было, а там с антифриз или что-то такое, вот с полиэтиленовым покрытием и все такое. К нам пришла жара, тепло. Единственное, что ветер, ну такая теплынь, просто. Теперь мы наслаждаемся теплотой. Так давно ждали, ну, слава Богу, она пришла.